перед выпуском. Молодь не кормят, чтобы, то есть она перешла сразу на дно, быстро адаптировалась. 6000 голодных мальков вот-вот встретятся с реальной жизнью. Но прежде привезенные из хабаровского питомника рыбы должны пообвыкнуться в бассейне с зейской водой. Сейчас эти малыши весят 15-20 граммов. Взрослая же особь краснокнижного амурского осетра может достигать и 160 килограммов. Но пока мальки станут половозрелыми, то есть способными размножаться, пройдет не один год. Мы так и прогнозируем, что через 8, 9 или 10 лет те экземпляры, которые выживут, они достигнут половой зрелости и вполне могут нереститься в бассейне реки Зея. А исследованиями ихтиологов отдельные нерестилища отмечаются. Это выше по течению и в нижнем течении Зеи. Поэтому, в принципе, все возможно. Первый выпуск специалисты проводят из тазов, под вспышки камер. Осетрам такое внимание будто не по душе. Рыба сразу старается залечь на дно. Хороший знак, говорят эксперты. Значит, у мальков развито чувство опасности, а у самих энергетиков – ответственности. Зарыбляют редкими особами амурские реки они не первый год. В этот раз на акцию потратили 1 миллион рублей. И оберегать планируют не только рыб, но и животных, которые пострадают от строительства крупных объектов. На территории будущего водохранилища Нижнебурейской ГЭС сегодня уже сформирован природоохранный парк Бурейский. В феврале месяце было подписано постановление, исполняющим обязанности губернатора Амурской области Александром Александровичем Козловым о выделении земельных участков и о создании этого природоохранного комплекса. С помощью тазов и специальной трубы все мальки были выпущены в реку. Хищных рыб им можно не бояться. На спине каждой особи природа предусмотрела шипы. Так что дальнейшая жизнь маленьких осетров будет зависеть только от их личных качеств, а также от сознательности рыбаков. Регина Сорокина, Михаил Величкин, программа «Город».